Карл! Надеюсь, не заставили долго ждать, кореш? Не, я ж сюда отдохнуть приехал. Я так и думал. Это досье? Давай его сюда. Ну, теперь-то все в норме. Пока еще не знаю, Карл. Эдди? Наш парень хорошо поработал. Крыса сраная. Мексикашка херов. Ты всех нас дал. Время копать, Карл. А ты присмотришь за ним. А? А куда это ты собрался? Нажраться и потряхаться. Тебя что-то не устраивает? Нет, Фрэнк, успокойся. Вот и хорошо, увидимся в участке. А с тобой в следующей жизни, Карл. Все, хорош, для двоих места хватит. Эдди Темпини тебя просто использует. Он всех нас использует. Тебя он заткнет следующим, чувак. Заткни свою ебало, мразь! И для тебя я офицер Пуласки! Сдохни нахуй! Эдди, ты же знаешь, что темп не от тебя тоже избавится. А, ты так и не врубился, парень. Темп не всегда спасал твой зад. Каждый раз, когда я хотел пристрелить тебя, он находил предлог, чтобы оставить тебя в живых. А сейчас уже все зависит от меня, и у меня нет причины не убивать тебя. А как поживает твоя сестра? Она мне всегда нравилась. Всегда в запасе была пара пунктов для нее и ее дочка Латинца, которая вместе выглядит как врач рогата в Чихуахуа. Парень, знаешь, она выкладывается как профи. Иди в жопу, Пуласки. Я знаю, что ты пытаешься сделать, но тебе не удастся затуманить мой разум. Я не вру тебе. Это лучшее, что я когда-либо делал. Карл, ты должен был видеть свою мамочку до того, как ее похоронили. Это просто жуткое зрелище. Большая часть лица была так изуродована, что я должен узнать. Не упоминай мою маму. Парни здорово поиздевались над ее трупом прямо на месте. Ты знаешь ли, они пинали ее, прикалывались над ее лицом и все такое. Иди ты на Пуласки, иди хуй.
Ну чё, теперь не такой охуенно крутой? Да что ж тут поделаешь, блять? Есть последнее желание? Да! Можно выебать твою сестру? Ты так и остался мудаком до самой смерти. Быдло ебаное!